Вот здесь вкусно пахнет. Пойдем покушаем? Рулька 65 юаней, гусь 45 юаней, крылышки, а чё так дорого? Курица 58 юаней, едальня погоняет. Пусто тут, невкусно, наверное. Наверное. Обычно где вкусно, там не пусто. Посмотри, какая прелесть! Нет. Вот я бы целую такую рульку съел. Там, смотри, сколько сала. Просто так это же, рулька, это так и должно быть. Вот здесь ничего, есть народ, наверное, повкуснее, чем там. Прям все так вкусно, кажется, когда хочешь есть. Вот не знаю почему, я считаю, что вот здесь вкуснее всего. Потому что все так как-то вот, все по-китайски так и пахнет вот прям как нужно. Я бы вот те булочки со сгущеночкой съел. Возможно, вот этих вот личинок бы попробовал. Ну, вообще все неплохо выглядит. Пойдем, Денис, меня сейчас стошнит. В смысле стошнит? А, вот, кстати, ресторан. А, так это была кухня вот этого ресторана, да. Но он все равно закрыт, поэтому сейчас попробовать все это мы не сможем. А я так хотел. Нет, без шуток. Это Лену здесь чуть не стошнило. А у меня прям аппетит еще больше проснулся. Давно хожу мимо этого места. Раньше здесь был роботизированный ресторан, но он закрылся. И мне приглянулись вот эти вот, конкретно вот эти вот копытца. Посмотри, Ленусик. 24 юаня, мне кажется, очень неплохо выглядит. Забегаловка называется. Супер. А нет, сяомиан. Ну, типа, маленькая лапшичка. Именно поэтому мне это место и понравилось. Здесь всегда народ. Работает 24 часа в сутки. Недавно открылось, значит, еще вкус не попортили. Идем? Да. Ну, здесь вот блинчики есть, напитки холодные. В общем, идем. Да. Нихао. Это, похоже, приличное заведение. Предлагают сесть за столик. Туда хочешь? Ну, давай туда. Как моя прическа? Отлично. Да? Да. Лёшенька. Здесь нет меню, здесь надо сканировать. Вот такие вот QR-коды. Запускаем WeChat. А ты что это сегодня без телефончика, а? Ну-ка, поделись-ка информацией своей. Не буду, это противозаконно. Ну сразу копыта. Оно похоже со скидкой. Давай быстрее, тогда два. Лапша, 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 лапша. Ну это же лапшичная, вот и лапша. Пельмени какие-то пошли, точнее тесто вареное. Ага. Рис. Три юаня. Слушай, вот эту костюм можно взять. Давай. Я думаю, майки очень понравятся. Ее нет в наличии. Чебурек с зеленью. Давай тоже один возьмем, попробуем. Это картошка? Тофу, думаю. Был бы Макс. О, вот эта штука вкусная, я это хочу. Это яйцо, вареное в соевом соусе. Давай одно возьмем, попробуем. Я вот это хочу. Итого 105 юаней. Да. Ну, да. Да, деньги сняли. Вкус чунцина заказан. Чунцин. Самый большой город Китая. Или самый населенный. Наше яйцо и два чая. Я не знаю, какой из них чей. Здесь вот какие-то желейки на дне плавают, а здесь ничего нет. Какое хочешь, с желейками или без... А я знаю, как Лена определит, какой вкусней, тот и ее. И это газировка, да? Это больше лимонный, это больше сладкий. Это больше на кока-колу вообще похоже. Ну, тогда это мое. Кока-кола вкуснее. Какой сервис? Яйцо сразу чищенное. Ой. А, это не такое, как я думал. Я думал, оно внутри аж черное будет. Нет. Ну как, солененькое? Ну, значит, это сваренное в моче мальчиков, девственников. Вот это тоже люблю зеленушку. Это Ленина любимое блюдо. Яйцо там не оставь, попробовать. Под яичник подержать? Да, будьте добры. Вкусное яйцо. Такое яйцо продается в любом магазине. А правду говорят, что в Китае зеленый цвет – это цвет измены. Правда. То есть, если видишь отель, покрашенный в зеленый цвет, это значит, там мужья изменяют своим женам. Не знаю, может быть, но есть у них даже выражение, как бы «я тебя позеленила».
типа я тебе изменила? У нас рога наставляют, у них зеленят. Нам принесли чебурек с зеленью. Ну, там реально одна зелень. Два маленьких шашлычка и пять больших. Там их, да, пять. А по-моему, они одинаковые. Даже если меньше. Слушай, это похоже одни и те же шашлычки, просто тут две палочки, а тут пять палочек. Разная фасовка. А трубочки-то не пластиковые, а из бумаги. Берегут природу. Говорят, кстати, в России хотят запретить даже палочки для ушей пластиковые. Фигня, да? Вообще полные. Желейки еще хуже, чем сама эта жижа. Чтобы знать, что из них была фигня. Для начала пробую вот этот шашлычочек. Пахнет вкусно. Но. Такой очень усредненный вкус. Я бы сказал, на улице в Шаокао повкуснее дают. Но здесь нет никакого привкуса вот этого вот непонятного масла, ничего. То есть такой чистый шашлычный вкус с китайскими специями. Сказав китайские специи, я имел в виду стандартный набор. Зира, перчик, еще что-то. Я не знаю точный состав этой специи. Меня комар уже кусает. Очень вкусно. Это все. Это копытца. Копытишко. Это копытюшечек. Маленький-маленький. Это стоило 24 юаня? Ну, да, да. Я думал больше. И сразу второй шашлык пробую для того, чтобы сравнить. Вдруг все-таки вкус разный. Разное мясо. Этот шашлык более соленый, более жесткий. И предыдущий мне понравился больше. Это прям совсем соленый. Может, просто неправильно приготовили? И намного жестче. Еще каждый второй кусочек – это просто кусок жира. Говорит, у вас мифана нету. Лена хотела копытца попробовать с рисом, но похоже, это очень долго ждать, поэтому пока кайфует без него. Прям вот так классно, да? Честно-честно. Мне так соскучилось. Мы любим мясо. И жир. Надо и копыта. Еще? Вкусно. Ну. Хотя 24 юаня. Нет, хватит, вот хватит. Это то, что я назвал чебуреком. Ну, тесто может быть и чебуречное, но внутри какая-то рисовая лапша, зелень, яйца, что там только нет. Все, кроме мяса, присутствует в этом чебуреке. О, рисик принесли Лене. А мой чебурек пахнет чесноком каким-то. Не чесноком, а побегами чеснока, зеленью. А по вкусу напоминает очень-очень-очень жирный пирожок с яйцами и луком. То есть ты мне не рекомендуешь? Да. Наверное, во всех кафе есть политика рис приносить в конце. Наверное. Попробуй, просто попробуй, один раз откуси. И скажи, похоже, правда, на пирожок с луком и яйцами? Угу. Но при этом в чебуречном тесте, да, и жареное на масле. Угу. Вот такое вот смешение вкусов и культур. Не, ну вкусно. Не было бы так жирно. Ну, конечно, твои копыта менее жирные. Это однозначно. Не, ну тут чуть-чуть. Тут коллаген. Мне интересно, вот эти кости зачем положили? Ну, для доказательства того, что это копыта. Для веса. Да. Для объема. Ну, это, я так понимаю, все, да? Мы больше ничего не заказывали. Попробую копытца. Это, конечно, Ленина, но это один укус она мне разрешила сделать. Как красиво выглядит. На куриную голову похоже. Тут есть нечего. Знаете, что хочу? Холодца. Да. Хочу холодца.
Ну, я не знаю, почему Лена в таком восторге от этого копыта. Я бы хотел колоться. Шашлычки вкуснее, на мой взгляд. Палочки, салфеточки. Даже зубочистки есть, представляешь? И перчатки. Уйду голодный. Мало, совсем мало. Очень мало. Лене всего лишь один шашлычок достался. Она сказала, кушай, кушай, мой голоднюша. Ну как? Тут жир мне достался. То есть тебе копыта больше нравятся? Средний кусочек вкусный. Давай. Как вкусно это выглядит. У них видео. Я прям чувствую, слышу чавканье, хоть звук выключен. Вкусно, но очень мало и необоснованно дорого. А эти копытца, так вообще такое ощущение, что все мясо там отвалилось, и нам подали одни кости. Ну, в целом неплохо. Ой, куда дальше? Старый Сиань?